Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Hyundai Ioniq. Итак, все поврежденные детали хозяин заменил. Мне надо исправить заднее крыло, все вмятины, выставить зазоры и поменять порог. Все вмятины буду убирать при помощи споттера, и для их ремонта первым делом я счищаю краску с поврежденных мест. Ну что, начинаем ремонт. Мелкие ямки я выправил, и теперь приступаю к ремонту заднего крыла. Первым делом вытащу ребро жесткости. Thank you.
Итак, работы со споттером закончены. И теперь я буду менять порог. Снимаю двери и переднее крыло. Теперь я могу удалить и заменить порог. Мятый металл удален. Это мои донорские части, которые я установлю. Устанавливаю и свариваю. Порог приварен, все поврежденные части, голый металл, покрыты грунтом. Устанавливаю двери. Прежде чем установить переднее крыло, мне надо подправить зазор, то есть петлю потянуть, что я и делаю. Вот теперь устанавливаю все детали переда. Thank you.
Итак, работа с металлом закончена. Отдаю машину хозяину. Эта работа заняла 26 часов. Ну а на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!